Apex, забери свой выигрыш. В игре высокий коэффициент выигрыша и минимальный вход в игру с 1 рубля. Играть тут проще простого. Делаешь ставку, и как только коэффициент пошел вверх, тебе решать, когда выйти из игры. Можно играть более осторожно, либо довериться интуиции и забрать крупный выигрыш, пока шкала не остановилась. Также есть функция автовывода при заданном коэффициенте. У них множество положительных отзывов и мгновенные выплаты на Киви или Яндекс. Кстати, если хочешь получить бонус, то переходи по ссылке в описании и получи бесплатную игру в подарок. Привет, паучатки. Как дела ваши? Ювелирка твоя мать. Мози, вот с папой. Спасибо каждому, кто поддержал альбом. Это очень важно для меня. Уже написал половину нового. Кто-нибудь хочет очень крутой дроп с Мози? Мы хотим разыграть пару вещей. Типа, если хотите это дерьмо, просто ставьте плюсик здесь. Покажите Мози, как вы его любите. Меш, кстати, уже скоро будет готов, и отлетят первые уже вещи. Мози, ты сам все видишь. Давай, Мози, хорошо, вечер тебе. Вас так много, приятно очень. Давай, Мози. Мерч, толстовка, футболка. Возможно, я выпущу диски с буклетом. Вот. Для тех, кто хочет. Потому что моя музыка помогает вам. Для этого и существую. В Украину приеду. 2019-й ждите. Новый альбом очень скоро. Пусть это будет сюрпризом. И гости пусть будут сюрпризом. Да, в ближайшее время планирую дропнуть пару синглов, там, фитов с крутыми чуваками. Еще сделать пару крутых продакшенов для братьев наших черных. Вот, и... The 2019 is mine. Believe me. Да, клипы будут. Просто пока немного нету времени. Не до этого пока что. Не, Фитас Пафара не будет, на. Счастье, здоровье. Треки с тейпом, не знаю, если вы хотите, скажите ему об этом. Я всегда за. Люблю тейпа. Ты позже приеду, кстати. Это... Увидимся там. Инграш вот здесь. Вот. Она здесь и никуда никогда не денется. У меня нет ни с кем конфликтов, поэтому. Хорошего рабочего вечера всем, кто работает. Что еще расскажете? Ну, какой вы хотите трек-клип, чтобы я снял? В
блин, если честно, я бы очень хотел концерт в Грузии или в Армении, потому что это очень красивые места. Для меня была бы честь, если бы меня туда привезли, я бы выступил там. Намертв внутри. Ладно, я знаю, на что я сниму клип. Вы потом увидите это все сами. One piece. Cool jokes. Будет очень много громких коллабов именно worldwide. Вот. Когда вы это увидите и услышите, вы просто ёбнетесь от того, что вас будет переполнять, наверное, гордость. Почему так мало хейта? Можно больше, прошу вас. Помните, когда я был в Янграше, у меня вообще не было волос на лице, да и вообще волос не было, типа. А сейчас я уже превратился в мужика в какого-то, типа, это просто смешно. Типа, вы видите, как я расту, как растете вы. Это клево. Это, мне кажется, поистине клево, когда у тебя есть, да, какой-то музыкант, которому ты импотируешь, так скажем. И видишь, как он растет и в физическом плане, и в музыкальном. И наблюдаешь за этим. Это тебя вдохновляет. Честно, я вампир вообще записывал на диктофон, и я думал о том, чтобы слить именно версию диктофонную, потому что там очень круто, типа, вот я как бы вообще меньше хотел, чтобы там был как-то обработан голос, более лоу-фай не сделать, но просто, типа, все цифровые площадки, они не зальют в таком качестве треки, типа, и это хуёво. Это очень атмосферно и круто. Возможно, я вам покажу как-нибудь это. Встретиться со случайным подписчиком и просто показать ему все то, над чем я работал эти 3 года. Мне кажется, человеку, которому выпадет этот шанс, это будет для него таким глотком свежего воздуха. Даша, я еду, мне остался час.
пишет. Во сколько кто выходит? Достойного, да каждый достоин, просто типа, ну как бы хочется вообще всем показать, но всем же не покажешь. Ну учился долго вообще писать. Ну вот, научился. Whoa, what's popping? Blow beats. Blow. Nigga, I love you, no homo. Я учился в школе номер 66. Мертвечерница, ладно, я пошутил, но думаю, не надо сейчас это делать. Йо, да, всем салют. И подарю это подписчику случайному, с которым встречусь. На новом альбоме рок будет минимум. Ну это так, сюрпризом будет. Будет очень много клевых типов, фитов. Айсберг, айс. Я думаю, что напишу больше, как я буду выбирать именно... Естественно, я придумаю что-нибудь интересное. Не просто там зайду в программу и выберу рандомно. Нет, вы должны будете постараться сделать что-то. Что у нас уже есть нимфит, типа на Dragonborn, поэтому типа слушайте его пока. А по поводу Хаски и Айспик, наверное, хотел фит с Айспик. Вот в плане уже как электронный музыкант, типа. Единственное, что я хочу, чтобы вы поняли, вот я выпустил Вампира, и это, ну типа. Не нужно судить там меня и мое творчество там по одному моему альбому, тем более первому самому. Поэтому как бы я не стал раскрывать все карты.
Просто следите. Все это будет интересно. Кэшем работаем. На альбоме, скорее всего, будет 50 Grand тоже. Так что передайте ей привет. Если хотите, чтобы она была у меня на альбоме, напишите просто ей с любовью из России. Твой панк. Уже в принципе делаем, там будет больше 10 городов. Да, 50 Grand, не послышалось, мы с ней давно уже на связи и пытаемся что-то придумать, но у меня пока нету времени, к сожалению. Салют, пучки, мы на радио 21. Да, я общаюсь с Авиан Вогом. К сожалению, Авиан удалился отовсюду, и тяжело с ним держать коннект, но выпустим то, что было в интервью для фастфуда. Этот трек выпустим альбом, который мы так долго писали. Да вот. И несмотря на то, что все сгорело, мы покажем вам его в любом виде, в котором он есть. Я газ курю, потому что русский. Есть газ. Ну, будет материал с участниками ДД, все равно, с многими общаюсь, как бы. ДД, что сказать? Да, я был в Брянске, не помню, на концерте или нет, но соревнования были в Брянске у меня. Будет тур, и я приеду в самые холодные города России. Всегда в темноте, потому что I'm ugly as motherfucker. Ну не только по России будет. В Минск, может быть, заеду к вам. В Киев. По поводу Европы пока не знаю.
Пензе тоже будет концерт, так скажем, типа большой сольный. И он будет сюрпризом для людей, которые живут в моем городе. В ЕКБ заеду стопудово. В 2019 году я планирую разъебать, потому что время пришло. У меня есть вы, а у вас есть я, и мы разъебем. Это неизбежно. Да, я согласен, что я стал более, как это сказать, у меня появилась какая-то жизнь после некоторых событий, вот, потому что психологически мне стало намного легче, и я ни на кого не держу зла, желаю всем только счастья и здоровья, вот, у всех все будет хорошо, просто нужно двигаться дальше. Совместки с Коми Дыва, конечно. Мы с ним приготовили такое, что... Даже не представляете, просто... Ждите... Альбом Кактуса Джека. Все, что я могу сказать... Снова новый альбом пишем. Ну, крутой по-любому. С Максом мы сделаем... Думаю, даже на новом альбоме будет крутой трек с Максом. Вот. Янг... Янг Томец. Никто не понял, вы хорошо. С Big Baby Tape, да, все круто, мы работаем. Я вообще, по-моему, там, если не первый человек, то один из первых, кто его вообще запортил и поверил в него. И как бы всегда верьте в людей. Верьте в людей, это самое главное. В электронной музыке Крафтворк, да, вроде норм, мне нравится, по Депешмут, отцы, как бы, чё, я, как бы, бухнуть с Дэйвом, конечно. Лауды крутые, Виталя. Не знаю, с кем бы вы хотели, чтобы я написал фит, или, может быть, кого-то засопортил или спродюсил. Может быть, у вас есть какие-то мысли, можете поделиться. Я подумаю над этим. Ой.
Сложно сказать, какой у Варга любимый релиз, просто, типа, если уже говорить, там, знаете, о каком-то black metal, то больше мне, наверное, Mayhem нравится, типа, Death Crush, если выбирать между Бурзом и Mayhem, но Варг нравится тем, что он стал писать именно фольклорную музыку, и это круто, типа, он представляет свой континент, так скажем, холодный, и пишет очень красивую магическую музыку, даже когда был в тюрьме. Вот. По поводу Бонса не знаю, ну, возможно, что-то будет. Пишите ему, если хотите, чтобы мы сделали, но я бы ему крутой трек сделал вообще максимально, вот. С Морти, да, общаюсь. Может быть, что-то сделаем из Дупох. Я говорю еще раз, типа, чтобы вы, ну, не распространяли глупую информацию и ни с кем не ссорился, типа. Не ругался, просто так вот совпало, разошлись просто взгляды, и все. Как бы я из этого трагедию никакую не делаю, просто, ну, жизнь такая, она по-всякому может сложиться. Поэтому вообще ни о чем не жалею. Джимбо. Okay. По поводу 21 Studio, да, возможно, и выступлю там еще, если вы захотите. Если вы дадите понять, что вы хотите, чтобы я выступил на 21 Studio, может быть, я это сделаю. С моими друзьями из Казахстана, конечно, будет еще много работ. Просто подождите немножко. Послушай, относишься, да не знаю, типа, мы как-то выступали пару раз на одних и тех же мероприятиях, типа, вот. Одному из них я был хедлайнером, правда, типа, непонятно почему, потому что там был я единственный человек, который играл сеты, а все остальные там, по-моему, что-то выступали, там что-то делали, и что-то даже не видел их. Ну, не знаю, мне нравится немного другой такой звучок, типа, постпанковский немножко. Постпанк я люблю, конечно. Чё, угорайте. По поводу книги, да, ну, самая прям такая первая книга, с которой я был жестко впечатлен, это прям недавно тоже, кстати, у Давида ее увидел, это Данте Алигьери «Божественная комедия», типа, как бы, сюжет вечный. Говорит о немного высших ценностях, которые на самом деле нам нужно преследовать. Чтобы быть достойным, научит какому-то благородству. Нормально, отношусь к Янг Лину, как-то раз был у него на концерте там.
он выступал, и там его организаторы меня вписали, чтобы я посмотрел. В Екатеринбурге, по-моему, было. Ну, прикольно. Он гнет свою линию, уважаю его за то, что, типа, он не стал кормить людей очередными Киото и экспериментирует. Это очень важно. Это очень важно для развития индустрии в целом. По поводу 500 микрограмм гейм, по поводу всех моих удаленных релизов с iTunes, это сделал не я. Вот. Что их удалил один человек, и было обидно очень, что он их удалил. Вот, скоро залью, и опять можете слушать. Я тупой, как камень, извините, не все могу прочитать. Ну, большинство вопросов ваших, которые вы задаете, я рассказал в юхе для фастфуда. Вот, и не вижу смысла дальше это все мусолить. Типа, вас что-то интересует, посмотрите. Если вы хотите больше, хотите, типа, какого-то цирка, то не буду его устраивать. Типа, я сказал все, как считаю нужным. Ни слова больше, ни слова меньше. Хотел бы сделать бит для скрипа. Да-да, можно, конечно. Мы уже даже совместно бит писали. Там есть одна история с битом вальса. Пора штур будет. Со всеми встретимся. Надеюсь на теплый прием в холодных городах. Скоро Дензел приезжает. Затусуемся с Дензелом, приходите. Нет, мои треки удалились еще до моего ухода. Поэтому... Да нет, нет таких жанров, которые бы я любил больше всего. Просто я люблю музыку всю. Полностью. Мне 27. Да, кстати, подержите, можете завтра. I'm a savage, nigga. I'm 21. Шкарел, шкарел. 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 Как мне Black Cray? Ну, когда в школе был, биты писал ему. Кек. Кек. Давай, Марк, я уже еду, мне остался час жестко вообще. Пробки пиздец, вообще не вовремя выехал. Так что давай, двигай туда. А куда мы едем? О, какой там адрес? Шмидтовский проезд 32, строение 1, да? Строение 1, записываем, Марк.
как учился хорошо. У меня нет музыкального образования. И есть жаль. Ну, я много предметов задавал. Что-то там штук 8, по-моему. ЕГЭ. В этом году покажу вам диплом об окончании университета. Shout out to my university. Спасибо, что поддерживаете альбом. Вот. Мы уже достигли отличной с вами отметки, типа лям плюс. Вот для меня это много, потому что это достаточно экспериментальная музыка. Вы сами это понимаете, типа сейчас никто такого и не делает. Поэтому спасибо. Какое пиво посоветуешь? Самкова. Это в Пензе такое прям. Ну, это не мясо. На альбоме есть несколько сэмплов. Там, по-моему, 4 сэмпла. Вот. И я их сделал специально, потому что, ну, хотелось какие-то пасхалочки сделать, типа. Обожаю людей, которые мне пишут про Blue Foundation. Типа, ты спиздил Blue Foundation, блядь. Спасибо, что сравниваете меня с Deftones. Это честь для меня. Мне не обидно. Да. Да нет, я не против сравнения меня с Евронимусом, просто это очень забавно, потому что, ну, вы все поняли, да? Типа, это очень жестко. Я когда раньше, типа, у меня во дворе чуваки были, вот, они постоянно слушали black metal и прочую херню, играли на гитаре, я, знаете, такой, типа, yo, bro, what the fuck are you doing, bro? Я слушал рэпчик, там, типа, всякую модную хуйню, меня никто не понимал, вот. А потом, когда, ну, типа, они как бы завязали это слушать, я это начал слушать, а они начали слушать что-то другое. В общем, типа, то, что я сейчас имею, это совокупность моих музыкальных вкусов. То есть, мне нравится Dragonborn, очень хороший альбом. Типа, это тот, это то, что сейчас нужно. Я думаю, что мы в 2019-м просто разъебем. Просто разъебем. Славе, хорошо, я маякну. Так вот, я как бы и сделал, типа, Blue Foundation, потому что, типа, в сумерках был, типа, я когда смотрел, там, еще в школе учился, мне так понравился этот трек. Да, Ugly Tears вернется на Тунец, скоро ждите. Я сниму несколько видео на Ugly Tears, возможно, я сделаю документальный фильм с музыкой из Ugly Tears и еще с новой музыкой, которую я писал для фильмов там. Я не думаю, что Dragonborn переоценен. Это если вы думаете, вы его там, типа, там что-то не получили того, что хотели, ну, вот вы виноваты, типа. Вы строите представление, как бы, а этого не надо делать.
Вы не должны загадывать. Вот то, что получилось, то и получилось, а так уже оценивайте трезво это. Дизлоками нормально. Раньше общались, что-то фоловили друг друга, сейчас что-то так все. Он что-то обижается, что я ему биты не скидываю. Вот. Рок будем делать. Фиты с Америкосами 2019 просто весь год будут треки с продами. Хороший эфирчик сегодня у нас получился с вами. Пока еду. Ну, свожу свои биты, да, сам. Сижу, мастерю там. Всякая хуйня. Инструментов учусь играть, пробую. Драчу на хентай. Тачки не знаю, всегда думал, типа, но это не для меня, потому что, ну, я антисобер. Не хочу подвергать свою жизнь опасности и жизнь других людей. Настроение охуенное. В каком инструменте хочешь научиться играть на всех? Да-да, я тоже думаю, что Зили, походу, не на что писать, он жестко обижается, типа он фолловит, потом он делает unfollow, потом опять follow делает, ну типа, чтобы, наверное, короче, это... Зила, держись, скоро пак закину нормально. Нет, я не подлинный, вообще трезвый абсолютно. Всегда, когда я трезвый, мне говорят, что я бьёбанный, а когда я, типа, в мясо, типа, все говорят. Ты какой-то свежий сегодня. Да, у меня есть сексуальные гитары дома. Скоро буду вам видосики присылать. Минск, приеду в Минск. Приеду к вам с концом. Погрустим, навалим грустного. Включу вам пару бенгеров новых там всяких. Будет круто, в общем. Вот. Можно ли из звука баяна сделать охуенный бит? Да, я делал охуенный бит из звука качель. Это пила, кстати. Точнее, это был синт, типа. Но я из него сделал так. Артист не состоялся, окей, дядя. Как хочешь.
темноты нет. А почему вы видите в темноте что-то депрессивное? Почему вы думаете, что это огромный луч надежды, просто его нужно увидеть в этой темноте. Он самый яркий. Нет, в Пеляю не тот бит, который я сделал с Лавеллом. Типа, Лавелл мне его не отказался брать, мы просто с ним бит сделали, он мне его подарил, типа. Я его до сих пор не знаю, куда деть. Вот. Поэтому у меня есть бит с Лавеллом. Вот. Может быть, сделаем фит с ним. Треки с Иваном Акурой будут. Иван Акура. Гэнг. Look at my nose. Это шлем Дарта Вейдера. Терялся Ивеном Логом скоро. Да я побриться хотел, типа. Вообще. Ну, что-то с волосами прикольно. Ну, что сейчас бриться, сейчас зима, вы что? Я ебнусь. Потому что посмотреть можно, не знаю, я уже в последнее время каждый день смотрю X-Files, как обычно. Новый релиз. Конца Тёмы, доеду сейчас. Бриться не буду. Ghostman. Shut up, my nigga, Ghostman. Я не буду выступать и быть, блядь, джеем там каким-то других людей, если только сам этого не захочу, а так нет, не буду. Нахуй. Все, заебался. У меня с ума все заебись, по-моему. Да, я буду продюсить, конечно, других артистов. Еще раз повторяю, что я не переквалифицируюсь, там, пиздец, там, как-то, там, в какого-то, блядь, певца, там, или так, рэпера, на! Я просто музыкант, и все. Буду продюсить, там, писать что-то потихоньку, там, писать что-то для, там, не знаю, каких-то видео, там, к фильму, может быть, напишу за 2019. Есть пару идей. Ну, просто заниматься музыкой, типа. Пуй будет, да, пуй, what's up.
трек с моим американским корешем. Это чувак Джаггер. Вот, он сейчас работает с Wonder Girl. Вот, в Торонто набирает популярность. И нас сделали совместный трек, который разъебет на новом альбоме очень известный человек. Да я и на «Вампире» хотел, чтобы больше было, типа, какого-то такого потяжелее, типа, вот, в стиле трека «Ворон», там, да, со «Скрим», типа, там, с «Гроулом», но настроение было немного другое. Хотелось просто что-нибудь красивое сделать, что, знаешь, типа, слушаешь и такое, расслабляешься. Цоя уважаю. У меня есть трек, я его тоже сделал с Call Me Devil. Мы засэмплили эту кукушку, и это просто мясо, типа. И, возможно, будет трек с Tre Capital. Tre Capital — это сын Exhibit. Вот. Напишите, кстати, Tre Capital, типа, чтобы он выложил уже этот трек, пожалуйста. Типа, он такой охуевший. Кори Тейлор обожаю. По поводу трека Ugly Matter, это реально крутой трек, то есть многие там известные именно электронные музыканты там, которые не делают биты, а просто типа всякую ебанутую хуйню делают, пишут, что это вообще пиздец, типа там бас как пила, вот именно он, знаешь, он тебе так, короче, охуевший трек, пиздец. Ротан Бойс, кстати. Спасибо, что напомнили, надо написать Батху. Кого я слушаю из панк-рокеров? Последнее время стараюсь слушать Ambient, что-то такое, типа. Последнее время, ну вот, когда писал «Вампира», очень много слушал всякой хуйни тяжелой. Вот. Переслушал, наверное, White Pony раз 300. «Богемскую рапсодию» не смотрел, не буду смотреть его. Мне неприятно, что из великого человека делают шута какого-то, блядь. Кстати, новый трек «Слепкнут» охуевший. Вот. Да и Кори Тейлор скоро приедет с... Какая, блядь, группа его называется, вторая. Позор, блядь, вообще. Сука, ебучий ксанкс. Сейчас вспомню. Говорю, что в фильме
из Фредди сделали шута какого-то, да хуй его знает, он был не таким, он это делал ради искусства, не для того, чтобы, блядь, привлечь внимание. И все, он просто был собой, он был таким. Да, Stone Sour, бро, спасибо большое, пиздец, я забыл, да. Вот он вроде со Stone Sour должен приехать. Тоже я все группы не могу поместиться в одной маленькой голове. Тем более я камень. Поэтому пензенский камень. Да, мы собирались заловиться с Усмылой и Зилой в Москве. Там, но типа, видите, отменили. Что, все встало вообще? Мне бы хотя бы к 8 успеть. Ерик. Мечты есть, конечно. У всех должны быть мечты. Привет, как очень интересует один вопрос, как ты занимаешься сведением, мастерингом битов, это занимает очень много времени. Да, чувак, это очень занимает много времени, да и вообще музыка занимает очень много времени, бро, поверь, очень много. И, ну, так вот занимаюсь, потому что смысл жизни, больше ничего не хочу делать. Фабфильтр, гэнг. На, fuck that shit. Вот у нас с вами эфир остался на 2 минуты, так как у нас все, как бы, время вышло. Я сохраню трансу, типа, чтобы вы посмотрели там. Вот, если хотите, конечно. Мой любимый трек с вампира, это, наверное, «Средний век» и «Холодный вальс». Прям мои любимые. Потому что «Средний век» очень красивый трек и по в плане композиции, и в плане текста, и, в общем, мне все нравится. В чем секрет продуктивности в твоем большом, чистом и добром сердце? Вот. Вот в чем секрет. Да, луна сегодня очень красивая. И не говорите. Видишь ли ты себя вне музыки? Конечно. Как художник там, не знаю. Конечно, вижу. Пучки, люблю вас.